Всем привет! Привет, привет! Приветствуем вас на нашем канале. Снова подглядываем в соседские дворики. Мы еще с этой стороны вам не показывали. Да. Как у нас украшено. Так не очень хорошо видно. И у нас уже пробные выстрелы новогодние. Да, на Новый год. Точно. Так, мы с Нелли собрались в магазин «Акцион». Экшен. Если вы помните, покупали девочкам рюкзаки, кто смотрит нас давно. Покупали 1,5 года назад, когда они шли в 5-й класс. Да. И на рюкзачках, да. Было написано, что они очень легко стираются. Моются, да. Но рюкзачки я никак не могу ни отмыть, ни домыть. Поэтому едем в экшен, у меня закончилось средство, там есть очень хорошее средство, сейчас покажем. Да. Купим, будем мыть рюкзачки. Попробуем помыть. Точно, Неля, что попробуем помыть. И надеемся, отмоется. Мы в комнате у девочек. Соня у нас спит практически, ей очень плохо. Поэтому покажу вот так. В этом году маме некогда было украшать елку. И девочки украшали сами. Можно сказать, что в принципе украшала Соня. А, Нель? Да. В общем-то, вот так довольно даже неплохо. Я переживала, что они огоньки не смогут одеть девчонки, но что-то все-таки получилось. К сожалению, сейчас мы не очень много снимаем, так как у нас дома практически лазарет продолжается. Вчера ездили на шопинг. Я, Нелли и София. Но Софии очень быстро стало плохо. Поднялась температура, и нам пришлось вернуться домой. Ну так, пару кофточек девчонкам все-таки каких-то купили мы. Ну, конечно, мы хотели поснимать наш шопинг. Но, к сожалению, сейчас везде, во всех магазинах постоянно играет музыка, которую не пускает YouTube. Поэтому очень тяжело снимать. Берем эту скатерть. Здесь у нас 140 на 200. Такой, к сожалению, на 250 нет. Есть вот такие 140 на 250. И есть просто прозрачные. Есть вот такая темная. Темную я не хочу. Так, и цена 4 евро, 3,99. Есть еще цветочки. Смотрите, тоже недорого. Искусственные, висячие. Так, смотрите, здесь шнекенгель. Гель из улиток, из слизи улиток. Евро 69. Можно взять, попробовать. Ташин Туха, носовые платки, 10 штук, 89 центов. Вот такие тоже берем. Я беру здесь маски с прополисом. Очень хорошие, мне нравятся. Освежают кожу. И увлажняют. Корм берем мы вот такой, уже когда-то показывали, если кому-то интересно. То есть для разных возрастов, для котят, для взрослых. Вот такая красавица, как наша магнолия нарисована. Цена 2 евро 49 центов. И здесь самые недорогие палочки и крепкие. 89 центов. Сколько их? 10 штук. Так, берем. Берем для белых вещей. Вот это средство. Очень даже советую. Это у нас для белых вещей и для цветных, пятновыводитель. Так, берем мочалки, вот эти, 89 центов. Так, нам еще нужны мусорные пакеты. Берем вот эти мочалки за 69 центов. Так, или вот эти взять. Сколько у меня в той, Нель, с синими? Синими.
Так, я вот эти возьму. Синие. Возьмем еще эти салфетки. Я на кухне всегда пользуюсь. 99 центов. Я возьму две пачки. Так, рядом у нас магазин Том. Не видно вывеску. Мы зашли просто за хлебом черным. К борщику, да, Нелюс? Ага. Так, Неля у нас шампанское выбирает. Так, покажи. Ягодное я выбрала. Просто в прошлый раз, когда я помню, мы его покупали, мы с девочками тоже ягодное брали. Хорошо, бери ягодное. Окей. Носить можешь? Да. Взяли с Нелечкой женой хлебушек. Вот такая красота. Нелле подарили борщин. Неля уже ест, и мы все-таки набрали полную торбу чего-то, хотя да. Зашли за хлебом. Да, только за хлебом. Только за хлебом. А все, едем домой. Да, поехали. Постелили мы скатерть, она немного темновата, к сожалению. Но все равно лучше, чем поцарапанный стол. Так, в принципе, смотрится неплохо. Мы будем есть борщик, вас дразнить не будем. Просто хотели показать скатерть. Если нравится и кто-то здесь живет, то в магазине Action сейчас в акцию эти скатерти. Качество скатерти мне очень понравилось. Плотное, очень хорошо разглаживается. Только постелили и уже сразу все эти закладочки расправляются. Так, ну что, портфели я помыла. София будет застегивать. Портфели, конечно, отмылись, пятна были, вот здесь сильно были пятна черные, в этих местах. На Марусином. На Марусином, это твой? Да. Ну, вот кое-что есть, конечно. Да, Нелин, все равно есть, оно не отмывается. Ну, и вот так уже выглядят наши рюкзачки. Если кто-то помнит, то они выглядели роскошно, конечно. Но после частого мытья, после бросания наших рюкзаков по коридорам, они, конечно, уже немного вид потеряли. Но сейчас они все равно тоже выровняются. Сейчас застегнем змейки. Они, конечно, вода стекала, поэтому немного деформировались. Но более-менее все равно отстирались. Они были очень грязные. А, нет, Сонь, смотри. Это твой, да. Сейчас я буду делать еще, стирать. Буду еще раз. Дело в том, что в этом портфеле потек. Я его уже 3 раза стирала. Потек какой-то карандаш. Так, и Маруся этот тоже стирала. Маруся уже последние дни ходила со старым рюкзаком, потому как ее был совершенно черный. Так, ну что, придется мне опять стирать. Вот это красное пятно, к сожалению. Я надеюсь, оно отмоется. Сейчас замочим его в этом средстве и посмотрим. Так, ну и, конечно, есть уже кое-где вот такие, как сказать, сдертые, поцарапанные места. Ну, я надеюсь, что этот год, еще полгода, девочки доходят еще с этими рюкзаками, а, София? Да. Уважаемые друзья, снова всем привет! Привет, привет! У нас следующий день, и мы будем показывать папину закупку. Папа у нас так с утра, как всегда, съездил, 7 утра закупился. Соня у нас рассуждает, сейчас стоит, пока готовились, по поводу мяса, что ей жалко свинку. Так, ну, поехали. Поехали. Так, Новый год мы будем встречать дома. Будем встречать одни. Нас звали друзья в гости. Звали друзья с Гарбсена, здесь нас звали друзья Ира с Ашотом. Но первое, папа говорит, что первый Новый год после того, как ушла мама, нужно встречать дома.
Ну и у нас еще одна причина, у нас у Сони не падает температура. Никак не хочет Соня наша выздороветь. Еще и разбили градусник вчера. Крутяк! Нечаянно. Сейчас папа поехал в поиски градусника, если успеет где-то купить сегодня. Если еще аптека не закрыта, возможно, в ДМе есть. Никогда не обращали внимания. Ну, сейчас посмотрим. Да. Так, ну что, поехали? Поехали. Так, начнем с того, что уже бананы девочки приложились, мандаринки, ананасик. Виноград тоже уже девочки начали есть, мы немножко оставили. Соня хочет делать что? Сырную плату. Да, Соня у нас посмотрела варианты, как можно красиво украсить и будет делать. Так, идем дальше. У нас орешки. Несколько видов. Без сладкого не обошлось, хотя у нас полный шкаф сладостей есть. Перчики. Неля у нас ест в день по 3 перчика. Просто как яблоко. Просто так берет? Да. Моет, кусок отрезает и вперед. Точно, Марусь. Острые перчики папа купил. Папа купил брокколи. Огурчики такие красивые. Красота. Зелень. Единственное, что папа забыл купить руколу. Мы хотели сделать руколу с авокадо. Но если успеем, еще купим сегодня. Если нет, ничего страшного, сделаем салат с капустой. Да. У нас есть капуста. Помидорки. Так, ну, без чипсов не обошлось. Крекеры. Будем что-нибудь делать с какой-то намазкой на стол. Да? О, что да. У нас? Вот будет салатик. Будет у нас обязательно оливье. Будут у нас блинчики с мясом. Да. Так, ну вот, сыров огромное количество. Такое вот мясо красивое папа купил. Тоже на плату положим. Огромное количество сыров. Творог. Наверное, будем из творога делать какую-то замазку. Да, я тоже так хотела сказать. Будем делать рулетик с лаваша, плавленного сыра. Опс, вот нет плавленого сыра, девочки. Надо записать сейчас. Плавленый? Точно? Mm-mm. Нет, мы съели плавленый сыр. Нужно купить. Но ничего страшного. Еще успеем сегодня купить. Так, это рыбка у нас для рулетов. Ну и может так тоже на стол положим. Здесь у нас маслины, перчик, молочко на блинчики. Огурчики соленые на оливьешку. Конечно, это у нас тоже на оливье. И у нас вот такая красота. Будем с девочками, да, устраивать хот-пот. У меня есть кальмары. Наверное, 1 числа, да? Да. Есть кальмары. И папа купил очень много фарша. Очень. Да, на блинчики это много. Но я думаю, папа думал, может, вдруг еще и сделает кебаб. У нас куриное мясо есть, грудка. У нас 2 большие вот такие куска свинины. Мы их будем целыми запекать. И мамычка. Мы же в хот-пот постоянно режем курочку и ее просто вот так тоже макаем. Да. В хот-пот. Можем ее порезать, если мы... мы можем эту курочку порезать, если мы... Да, тонко порезать. А я хотела сказать, что из варша можно попробовать в термомиксе выбить вот такие шарики, как подают в китайском, кругленькие. Да. Попробовать, да, что получится. Так, ну у нас будет картошка с пармезаном жареная. Мы уже показывали в духовке на канале. Да. Она очень вкусная получается, с хрустящей корочкой. Просто... Я думаю, что на нас одних достаточно. Я вообще хотела холодец, но у нас в доме его ем только я одна. Ну, возможно, я на днях все-таки сварю себе холодца. Ну и все, в принципе, да? Да. У нас есть маринованные перцы, мы делали. У нас есть соленья по-армянски. Что-то у нас еще есть, в общем. Да. Я думаю, нам будет достаточно. И если кто-то зайдет в гости, я думаю, нам тоже хватит чем угостить. Да. Согласны? Согласны. В общем, вот такая закупка у нас сегодня. Рассказывайте, что вы будете готовить интересного нового. Мы с удовольствием тоже послушаем. Да. Возможно, что-то новое приготовим. Да. Всегда хочется что-то интересное. Да, сегодня попробуем готовить еще... Шишки. Шишки, да. Пирожные шишки. То есть пирожная картошка
Будем делать в форме шишки. И хлопья такие. И да, и хлопья вместо этих... Иголочек. Ну, это не иголочки, у шишки, да? От... Да. В общем, вы сейчас нас поняли. О. Так. Да, ну, во всем интернете сейчас гудит этот рецепт. Вот такой. Да, вот это у нас что, у шишки? Веточки или что это? Окей, всех с наступающим Новым годом! Да! Приятного, приятного нарезания салата оливье всем! Да! Спасибо большое, что были с нами! Да! Нам очень приятно! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки! А мы желаем всем здоровья, удачи, мирного неба и всем пока-пока!